Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня вот 15 день, как я худею. И сейчас я взвешивалась. Ой, 5 килограмм я сбросила. Весила 75 килограмм, сейчас 70 килограмм. То есть я очень довольна. Можно по этой программе худеть. Как бы еще физические упражнения надо делать. Конечно, я их чуть-чуть не делаю. Вернее, совсем не делаю. Вот. А так очень реально похудеть. И причем не голодная, в обмороки не падаю, как бы упитанная. Всего всем хорошего. На завтрак овсяная кашка на воде и какао без сахара, каша без соли и молока. На перекус одно печенье Мария. На обед у нас сегодня гречневая каша на обезжиренном молоке. Я ой, нет, 1,5 столовые ложки гречки положила в кастрюльку, залила 200 миллилитров воды, проварила, добавила 100 грамм молочка, еще немножечко проварила, получилась кашка. И вместо смузи стакан молока и яблочко. На ужин кусочек вареной курицы и йогурт. Сегодня 15-й день взвешивания. 70 килограмм.